Здравствуйте, координаторы. Меня зовут Симочкина Людмила. Я менеджер компании Avon. Сегодня я покажу, как вообще работать в Одноклассниках. Вы уже создали страничку, и сейчас вам нужно пригласить друзей. У меня уже есть приглашенные друзья. Вот, допустим, Евгения Степанова. Я ее пригласила, она добавилась, и сейчас я ей напишу вот такого плана сообщения. Женя, привет. На моей страничке ты увидишь много интересного о предложениях компании. Еще у меня есть группа, называется Центр Avon, и я сразу Женю приглашу туда. Присоединяйся. В мою группу Центр Avon Динская. Я ей сейчас отошлю это сообщение. Вы можете точно так же отсылать своим знакомым. Ну а сейчас я покажу, как мы добавляем людей, то есть нашу целевую аудиторию, как мы ищем. То есть это ваши потенциальные представители. Вы видите «Найти друзей». Нажимаем сюда. Выбираем пол женский. Возраст. Моя целевая аудитория где-то от 25 до 45 лет. Вы выбираете свою целевую аудиторию, с кем вам комфортно общаться. Дальше. Другие места. Выбираем страну Россия. И, допустим, я выберу город Армавир. Вот появляются девушки от 20 до 45 лет города Армавира. И я еще вам рекомендую нажать «Сейчас на сайте». То есть те люди, которые действительно общаются. А не те, которые очень редко заходят. Вот. Давайте смотреть. Вот Жанна Мурадян. Я сразу обращаю внимание, что у нее личных фотографий 147. То есть человек реальный, человек живой. Заходим к Жанне. Очень много фотографий. Я смотрю на тортики. Скорее всего, она занимается изготовлением тортов. То есть творческий человек, наши люди. На что я еще обращаю внимание? Я смотрю ее группы. Чем она увлекается? Я вижу торты. Дальше, что еще у нее здесь есть? Женская группа. Так, подарки. Угу. Клуб домохозяек. То есть, я так думаю, что этого человека я к себе добавлю. Вышли ей приглашение дружить. Вот запрос отправлен. Смотрим следующего человека. 13 фотографий. Светлана Крюкова. Ну, так думаю, тоже человек живой. 34 подписчика. Заходим к Светлане. Угу. Фотографии. И обязательно я смотрю группы. У меня 15 групп. Чем же она увлекается? Так, рецепты. Готовим. Интеллектуальный юмор. Романтика. Женские лайфхаки. Так.
Мы женщины. Да, я тоже эту девушку добавлю к себе в друзья. Я нажимаю добавить. Как только. И это вы делаете, то есть выбираете своих потенциальных представителей, возможно, будущих координаторов. Выбирайте, кто вам именно нравится. Обязательно обращайте внимание на группы. Я рекомендую добавлять тех, кто увлекается красотой. Есть такие группы: красота, косметика, фитнес, одежда. То есть очень многие люди заказывают одежду. Увлекаются, допустим, какими-то женскими группами, дети. То есть это все наши потенциальные представители.